Ребята, всем доброе утро, всех рад видеть вас на моем канале. Сегодня будет очень интересный видос, так как Дарина и Гордей впервые будут выступать по рукопашному бою. Давайте их будить. Доброе утро, чемпионы. Как настроение, как спалось? Очень хорошо. Ай, молодец, где Гордей? Просыпаемся. А Мирослава будет за них болеть. Сейчас поедем в Большой дворец спорта, да? И будем побеждать. Давайте просыпаемся. Ребятки, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет очень интересно. Ребятки, а мы уже у машины. Давайте спросим, какая тактика будет у Дарины. А что будешь сегодня делать, как побеждать будешь? Болевой буду делать. Болевой на руку или на ногу? На руку. Ай, молодец, Мирослава, как будешь подсказывать нашим деткам? Они сами знают. Сами знают? Подсказывать даже не будешь, да? А Гордей как сегодня будет побеждать? О, буду бить. У Гордея ватка в носу, кровь пошла неожиданно, да? Буду бить. Будешь бить, потом дальше что будешь делать? Потом буду какие-нибудь приемы делать, так. И на туше ложить. На туше здесь не считается, ребята, это же не греко-римская борьба. На туше, если ты будешь держать на лопатках, это дадут 2 очка за удержание. Поэтому посмотрим, посмотрим. Даже очень интересно, как же они сегодня победят или проиграют. Зависит от соперников. Вдруг соперники сильные попадут. Плакать будете, наверное, да? Нет? Ай, мороз на улице, да? Фок-заводской отличное место для сражений. Мы здесь уже боролись по греко-римской борьбе. Сегодня здесь будем выступать по рукопашке. Вот такой отличный фок. Заходим, переодеваемся и вперед на взвешивание. Смотрите, сколько уже народу. 1 000 000 человек. Офигеть, ребята, сегодня будет очень сложно. А здесь полным ходом идет подготовка к соревнованиям. Стелят ковры. Ребята все помогают. А, я думаю, будет 2 ковра, 2 соревновательных ковра. Вот один ковер, вот второй ковер. А, будет просторно, народу очень много, поэтому... Но часа 2-3 по-любому бои будут у младших, а потом уже старшие начнут. Всегда так, начинаем с младших, а потом переходим к старшим. Вот там сейчас идет процедура взвешивания. Некоторые уже взвесились, родители тоже вот переживают. Заполняем все документы. Надо обязательно заполнить согласие и карточку участника. Вот, и потом уже идти туда надо, к судьям. Вот там судьи взвешивают и записывают, в какую же весовую категорию вы попадете. Ну что, друзья, давайте я вам подробнее расскажу, как же отбились на этих соревнованиях наши ребятки. Правда, качество видеозаписи не на высоком уровне, так как снимали родители. И начнем мы с Лукьянова Миши. Он в красной форме. Сразу вам скажу, что Миша на этих соревнованиях занял 3-е место. Но в первом своем бою он проиграл. Соперник его в синей форме, из Саратова. Очень сильный мальчишка. Он и бросал Мишу, и перебивал на руках. Давайте я вас поближе познакомлю с нашими чемпионами. Женя, сколько лет? 12 лет дерется в какой категории? 44 килограмма. Захар, сколько лет? 10 лет. Какой вес? 32 килограмма. Дарина, сколько лет? 9. Какой вес? 30-31. 30 килограмм. Дальше посмотрим бой Гордея. Он в красной форме. На этих соревнованиях Гордей занял 1-е место. Провел 2 боя. И в каждом из них одержал победу. Соперник Гордея, он в синем шлеме, очень сильный мальчишка из Пугачева. Он уже побеждал Гордея на прошлых соревнованиях. Но в этот раз удача была на стороне Гордея. Он выиграл этого мальчика как на бросках, так и в ударах. Наверное, сказался хороший настрой и работа над ошибками. Судя по этому бою, сразу было видно, что оба были настроены на победу. Никто не хотел сдаваться. Каждый хотел провести свой бросок. И в конце концов, Гордею удалось 2 раза бросить своего соперника броском через бедро и одержать победу. Сколько лет, Миша? 8. 8. Какой вес? 26. 26. Миша, сколько лет? 7. 7 лет. В каком весе?
21 килограмм. А в следующем бою выступал рыбачонок Михаил. Он в синей форме. Миша выступал в категории до 26 килограммов. И свой бой начал очень активно. Он бил и руками, и ногами, старался бросить. Это и принесло свои плоды. Миша одержал уверенную победу по очкам и прошел в следующий круг. Гордей, сколько лет? 6. В каком весе? 21. 21 килограмм. Вот такие богатыри сегодня будут выступать за наш клуб. Давайте еще раз в комментариях пожелаем им удачи. Самым старшим из наших ребят на этих соревнованиях был Каиргалиев Евгений. Давайте посмотрим его бой. Он в красной форме. На этих соревнованиях Женя занял первое место. Он уверенно победил своих оппонентов. Это фрагменты первого боя. Здесь видно, что Женя и сильнее, и техничнее, и опытнее своего соперника. Он уверенно бьет ногами, руками и пытается бросать. Буквально за полторы минуты Женя набрал большое количество очков, и судьи остановили данный поединок. Офигеть! Вот такие классные призы сегодня ждут победителей и призеров. Да за такие призы, ребята, я бы сам даже выступил, но меня не пускают, так как я мастер спорта. Давайте теперь посмотрим, как же билась наша Дарина. Она в красной форме. Девочка в синем шлеме – это соперница Дарина. Очень сильная девочка. Она уже выступала неоднократно и занимала призовые места. В самом начале поединка все шло на равных. Никто не хотел сдаваться. Девочки обменивались ударами и пытались бросить друг друга. Девочки изо всех сил старались провести технические действия. И в конце концов Дарине удалось провести бросок и сделать болевой на руку. Одержав чистую победу болевым приемом, Дарина заняла первое место. Амиров Захар выступал в категории до 32 килограммов. На нем синий шлем. Давайте же посмотрим его бой. На последних соревнованиях Захар, к сожалению, проиграл. Поэтому сегодня он был настроен только на победу. Уже с самого начала боя Захар стал работать первым номером. Много двигался, раздергивал своего соперника, проводил удары руками и ногами, а также атаковал в партере. И тем самым одержал уверенную победу по очкам. В итоге наша команда завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Друзья, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех обнимаю, всех люблю.